в канун Дня Пионерии вспомнил, как я был пионером. Меня приняли последним. Что-то ляпнул я там, оппозиционное, оппортунистическое, с левым уклоном. А уже с правым уклоном. Ну, в общем, троцкистом был, закоренелым 10 лет, таким, знаете ли, оппозиционером, троцкистом, диссидентом. Не задержали, всех повезли в воинскую часть, повязали галстуки, они сказали: подожди, исправляйся, ты недостоин высокого звания советского пионера. Ну, ничего, лишние полгода со звездочкой, а на ней изображен рельефно, барельеф такой маленький, барельефик кучерявого белокурого мальчика. Если б кто знал тогда, когда он был кучерявым белокурым, что это убивец, убивец страшный. Ну а тогда потом узнали, потом забыли, а потом придумали, что он добрый дедушка Ленин. Он был чуть моложе меня, когда стал главой советской власти. И пробыл им так реально 4 года. Но потом еще 2 года пролежал в больнице полупарализованный. Дедушка Ленин, 50 лет, добрый, писал резолюцию: расстрелять всех, повесить 10 тысяч, расстрелять 1 000 000. Добрый, ласковый, гуманный дедушка Ленин. И тем не менее, пионерам мне было приятно, нравилось. Однажды я порвал девочке пионерский галстук, с меня сняли мой красивый, обшитый, дорогой, не за 40 копеек или за 70, как у всех, а за рубль 10. Такой, знаете ли, ярко-пунцовый, алый. И отдали этой девочке. Пионер Валера Савенков порвал одноклассник галстук. Снять с него галстук. Помню, плакал всю ночь. Потом она пошла, купила новый галстук. Еще круче. Комсомол вступил, как все, а в партию первым в учебной группе. На 2-м курсе. Кандидатом, а через год членом КПСС. А еще через год ГКЧП, указ Ельцина, и советская власть закончилась. Партбилет лежит до сих пор. Эта история, ее надо знать. Относиться по-разному. А знать аутентично, подлинно. И по датам, и по событиям. И по последствиям. Для этого нужны учителя истории. А как мы относимся к этим историческим событиям? Кто-то восхваляет Советский Союз, кто-то ругает. Истина всегда посередине. Истина всегда посередине. Надо искать компромиссы. В конце концов, сослагательности нет. И назад ничего не вернуть и не исправить. Равно как не улучшить, а равно как не ухудшить. Менять надо жизнь сегодняшнюю, делать ее лучше. А мы, ну я не имею в виду мы, это я. Пока только ухудшаем. Все, кто любит пионеров, с наступающим 19 мая. Все на линейку. Галстуки и барабаны. Горны. Фанфары. Пионеры идут. Пионеры салют. Будьте готовы. В борьбе за дело коммунистической партии. Будьте готовы. Всегда готовы.